Медиа приз. Все. Дальнейшее. Что еще нужно для души, как не три хила и один танк? А, ну как раз я за телом уже охочусь, за танковским. Там эту Кару и ЛК, когда думаете? Да, завтра после... А, ЦЛК. Ну тогда ЦЛК будет в субботу, а Кара завтра. Все, давайте удачи. Че, я лидер? Давай. О, неплохо. Все, все всех распускаю, короче. Все, пиши весь мод анролл. Просто весь, все анролл, все на расплыву. А если реально, не скажем, с одного рейка. Нормально должен. Взломанный, а он хорошо хилит, разве? Он охрененно хилит, отвечаю. Он же Элли, нет? Нет. Кстати, у меня такой сайт. Не могу Войда сумонить. Цель, говорит, мне поле зрения. А это блюк какой-то, любите сами, кого не сумонит. Сейчас перезайду в инст. Да, цель не понял. Блять, бракованный шкаф, но. Где все другие? Кто шкаф ставил? Шипы и маги. Тебе не нравятся шипы и маги? А, то есть 5 ДК тебя не смущает? У меня есть барабан, я могу тебе барабан дать. Короче, шкафы бракованные сегодня у локов. Пиздец. Это новый прикол какой-то. Пойдем к этому. Не только Войда, а вообще всех не сумонит, да? Да. Да, он просто не сумонит. Камни пойдем. Не шкафы. Может, потому что они в рейде? Или... Бидон, Седжу, да? А, нет, Седжу не надо, бидона надо. Не, он заменит. Вож, а этот камень работает, заебись. Кто еще сумонит? Шидов майт. Меня за сумоньте, я предпочет поставил. Да вот, шестая. А. Они по за этот рейд не дают? Дают. 300, да? А за замену дают? Ну, у меня, поменяй Катрису на рависта. У меня просто весь шмот есть. Мне тело танковское надо. С особой чаркой. Элимовский же шмот никому не нужен. Ну, а зря тебя сегодня в десятке не было. Фул Элим упал. Что упало? Фул на Элима упал шмот в десятке. Mm-hmm. И еще честная Рестера. Но у меня света не было, поэтому. А, последний, что это самый... Здрасте, помойка была с ней. Ой, ты каски, да? До скорой встречи. До скорой встречи, до скорой. Как дела? Нормально. Бля, вырубай хуйню. Как дела, нормально. Я так понимаю, мне одного еще залагал сервер, да? Да. Да. Купи сервер коляску. Зачем сервер коляску, когда там есть Заханыч? Ага. Так понял, Заханыч с коляской уже это классика стала. Это как жидкий, да, Заханыч и коляска. А что за хан, Заханыч и коляска? Это понял. Один волоёб пошутил хуёво, блядь, всем понравилось, блядь, и вот... Надо просто извести теперь. Я даже эту шутку не повторяю, блядь, настолько она тупая. Она настолько актуальная. Чем она, блядь, актуальна? Объясни мне, нахуй. Потому что ты горишь с неё, как дебил. На суд общества, давайте эту шутку. Да, меня горит с того, что, типа, она тупая и... Ладно. Не понимаю, да, это а ладно, все. Типа пиздец смешная была, да? Ну ты ее травил. Какая? Какая? С жидким.
Начал ты. Начал я, ну так я порохнул просто, но потом по итогу, блядь, больше это привязал. Да их-то похуй, честно. Я слишком похуй, что привязал. Что за хуйня? Да правда не обижаются. Ну чё, в душе я вас всех сожгу хочу, сжечь хочу. Я у тебя, блядь, гитлерские наклонности. Да. Ну, по факту, как бы, так оно и есть. Блядь. По факту, я иду писать заявление. Ты ебать. А скинешь копию? Ладно, заявление тоже, я хочу посчитать. От кого? Где? Хотя я тоже еще знаю. Так, макросы. Так пусть ДЦшник побегает, мили. И один какой-нибудь ШПшник. Элем спокойно в мили бегает. Элем дровистов кота. Элему, да, нормально в мили. Я бегал с Элемом вообще похер. Теперь ты кот. Я в ШП, дайте побегу в мили. Кого-то фонит. Алло, 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 сейчас потестим кольца. Деактивировали инвалида, получается. Аддон включает. Калинка. Калинка, калинка, калинка. Хинкали, блядь. Кринж. Так, меня менять надо, у меня пинг 2200. Это что давно? Вон, Сэджо, бери, милик. Аривидакшн. Кикни меня, Войт, потому что у меня экран завис. Если что, на замене почили. Шалфир. Вон шалфир появился. Дарья, блядь, БГ побегать. Ванечка, ну скорее всего, не установлю. Калинка, малинка. Не суммонится. Не, нет, здесь нет. Самим бежать. Или из данжа пошите за сумму. Не знаю, как ходить. Опять силу все сломали. Войт, мы его суммоним или 2-4 бьем? А че, уже, блядь? Угу. Я понял. Опа, вам милик нужен был. Вместо кого, блядь? Меня?
Я тебя понял, блядь, спасибо нахуй. Дружелин. Так я еще тоже не вреди еще. Там дистил. Ок. Хочу. Сэджа сумонить? Да, сумонить. Пиздец, давайте только убьем нахуй. А за что нахуй? А, вы в ТТГ, я думал, вы... О, за что, говорит? А за что? Ладно. Ой, там Зломаныч пришел. Все, обратно на БГ. Вы, блядь, урофлите нахуй, обратно в Долоран, мне кто-то сумеет. Просто троллинг. У тебя а же мне камень не в КД, я могу. Уёбки, блядь. Ой, бля, какой вор. Чё там, добежишь до портала? Заханыч, нахуй, ты чё там, блядь? Чё тебе надо, блядь? Хуль ты доебался до меня, понять? Опять вот нахуй за едой, блядь, отходил. Да я, блядь, в Альтабе был. В Альтабе. В Дискорде тебя звали, тоже в Альтабе был? Не, в Дискорде я просто подмутился. Да, нахуй, за хавкой ходил, блядь. Ну вот, больше мой стандарт. Да нет, нахуй. Чита сожрёт, блядь. За хавкой я сходил, блядь, еще перед ультой, так что, блядь, не переживайте. Перед ультой? Потом пошел в туалет, ультанул, блядь. Не-не-не. И там еще пока не ультовал. Даже в курсе, бро. Все, я могу выходить, блядь? Да, пиздуй отсюда. Да, спасибо за присутствие. Пиздец, нахуй. Мы вам перезвоним, блядь. Ну, перезвоним. Можно много очень важно для нас. О, бля. Просто нахуй минус камень, блядь. Как в этой... Ты так и бегать, я забыл все. Ты не бегаешь, ты стоишь, что не есть. 100 лет тут не было. Лучше не вспоминай. Сейчас Витя познает искусство, блядь. Роги, нахуй. На собаке. Познавай, познавай. Мы так хреново стоим. Там только эти РДД не зажмите нас. Блять, я стакнулся между этими. Там можно было чуть правее подойти. Потанка, потанка, потанка. Лакрилиса давать, по факту. Же Олег. Крылья помогут нам. Mm-hmm.
Нахуя? Что, не осилим? Бьем, бьем. Как бьем, ты видишь, там все пачка лежит. Да убили бы. Конфликта два штуки. А че? Так, потому что падаем. РДД так близко подходит. РДД как фрики стоят. Типа, это не под боссом. Матча. РДД матча? Нормально, мне это нравится. Там достаточно места. Просто все РДД в дворе достаю. Я пока не могу прочитать это заклинание. Джекса поставил. На поездах на РДД будут лейзеры. Thank you.
Наверное, вы бы еще ближе подошли к боссу. Вот тебе и кольчуга. Че, на собачку? За поясом? Тебе тоже пояс на энку нужен? Не, это в славе. Ревностный. Пояс крутой, с критом. Да, пояс вообще классный. Гугу наш. Гугу ваш. Бики. Мне нужен очень сильно. Ну, мне нужен, но это... Вон, этому мейну отдай. О, это мне надо. Нахуй мне эти ботфорты. О, это мне тоже надо. А, это на лейму. Сейчас еще брасы с него упадут. Вот брасы, если брасы будет вообще класс. Можно сюда и лейма в него возвращаться будет. Да. По сути, мне только надо этот грудак с ГМ, чтобы этот перчатки одеть. Замочишь скоро? Ладно. Обязательно. Только, наверное, на ботинках придется чарку крутить. Зачем? Вроде же чарка, можно крутить твои колеса. Там 320 урона. Нормально, 1.5%. Ну, и одна чарка пойдет. На Элема нужна. Остальная... Тебе чарка а нужна. Это крит, чарка, которая... А это чарка, которая на покорение стихий. Ну вот, ее еще не более-менее надо. Можно, да нет, она и в коротких, в затяжных, типа, она дает свой ДПС. Нихуя не дает. Я пробовал. Ну, короче, я понял. СВД крит, в основном. Ну, это я знаю. Кто Герадон? Сразу будем? Нас КД. Ну как? Закройте шаг. Бичей, которые не упали, КД. А когда Костя с работы придет? Завтра. Слава, давай слова я заебал. А что сферу там никто не, да, не закрывает? А мы падаем. Не только сферу. А, мы падаем. Сейвы чуть не дают. Ук. Ук, ук. Находим. Поставьте, пожалуйста. А, там стоит Джигс, да? Могу вордру поассистить.
Хорош. Я же вдруг все правильно? Я тебя понял. Ваша добыча, нахуй, бонусы. Слышь, мастер, тебе там норм шопится нахуй во время боя? Ну надо же чарку как-то на пояс повезти. Я тебя понял, блядь. Ничего, что ты нахуй с этого рейда можешь выбить? Нет, уже не могу. Пояс с одного босса падает. Я тебя понял, блядь. Зарплата пришла нахуй. Да нет. Ван. Сарафан ебало, блядь. На РДД. Что там, давайте Геру. Бьем. Хорош. Неплохо так выдал. 26, по-моему. Ну, это было бы жирно, если бы брасы с него выпали. Что, как нормально чарка? О, плечо хочу. А мне на пояс нужно чарка. О, я бы такой посох забрал. Я бы, вот, видишь, плечо нужно кому-нибудь латное? Блять, ну ты, сука... Тело вот можно там. Красавчик, да? Десятка была катерская. Может, не кусок ты 5 подкинешь? Ну? Плечо? А нахуя тебе, брат, плечо? Я алкоголик. А кто кидает? Все? Ну, кто ролил? Плечо. 70, нахуй. Это чё мы ролим? Это посох. Блять, хинкаленка 88. Ну, иди сюда, да. Слава Эвка, да? Ну, можно. Если я ботинки себе выбью с другой чаркой, то, в принципе, можно. Если кому-то надо, пусть берут. Если кому надо, говорю, пусть берут. Сладко, я хожу. Я ничего не беру. Славь, я в кода. Да ну мусор. С хостой? Ну, если реворк будет, Т4, то да.
Запомню одну фразу, все будет, но не сразу. Угу. Это кашная. Так Вов-Лов, нахуя ему надо, он анхолик. Вы штаны носите, вы там не охуели все подряд забирать? Ты мне ответишь, нет? Ну, в смысле, в чате же он писал, я его и спрашиваю. Ну, у него... Он мне в рейде может написать. У него руки только. Ну, я не знаю просто, я с анхоликами говорю, они носят не это плечо, это плечо, войны и эти типа носят. Какое? Просто ДК. Да, на РПБ плечо, блядь. Так оно на анхолика вообще каловое, нахуй. Ну, вот я и говорю каловое, вот он сейчас, блядь, хочет его забрать, типа, давайте вообще не давать шмота никому. Нет, я уверен, что не носят оно скорости РПБ. Не, ну есть типа ДКшники, которые носят, ну... Не, ты просто в ХМ ходишь, ты можешь там нормальные шмотки взять. Я сейчас с таким же плечом бегу. Не, ну отдай ему, похуй, потому пусть носит. Она у него полежит неделю на этом КД, а потом он его нахуй распылит. Ну да, да, пока штаны не выпадут. Не, ну будем честны, но анхолик заберет все, сука, штаны с Геры. Ребят, похуй, губить босса, пожалуйста. Время идет. Ну типа да. А кому ну давай будем уже носить по одному КД шмотку. Ну ладно, мне как бы этот твин похуй, мне просто обидно, что, блядь, просто ну проходные шмотки пацаны забирают просто так для себя. Да забирай, забирай, все, можешь мне не повторять, это твин, как я уже сказал. А дай Вов мой... Киборг. Киборг убийца. Мужики, не ругайтесь, вы чё? Потом распылишь кристалл мне на почту, пришли его. Хуя просьба, блядь. Да я охуею просто, ну реальное говно, как бы шмот говно, который он его носить, его нахуй не будет. И вот он его забирает из принципа, потому что он 2 КД не сможет забрать штаны, блядь, топовые. Так он же... Ладно. Ой, что-то я залагал. Да пароль тебе нахуй не запрещает. Ого. Это рыба. Я отбежал чуть-чуть, мне что-то фризит сильно. Вы... Бля, я забыл, что теряет нахуй. Бич. Хуя у тебя развороты, блядь. Нормально, я как раз метку вынес. Да, еще подумал, да? Тут-то классно очень с меточкой постоял. Умрёте. С меткой в рейд бежите, правильно я вижу, да, вот этот? Куда, блядь, метку в рейд? Так и зовут. Бля, ребят, я очень-очень, я вроде в сторону отбежал, но, блядь, он хуй знает, что происходит. Желаш. Я тачил сколько мог, блядь. 2.2K у меня задержка. Задержка в медведя. И на себя чуть-чуть покинул. Ой, я Даня-то на изи дотанчил.
Где диспойль, чёрт, диспойль, чёрт, нет. Мишка должен выдержать вроде. Там Мишка в Т5. Что? Это не то, что я, блядь, со своим ДК. Бля, его Т5 танка. Реально. И на ДД одевай. Тут Юля немного неправильно танчит, то что она попадает под сокрушительное и отталкивается вечно, и куда-то двигается. Просто АФК танк должен быть. Ну так просто. Чё, кому-то нужно? Остаёшь на максимальном уровне от босса. Могу уступить слот. И он себя не откинет сокрушающим и не ударит. Не, надо третьим. Просто на 2 секунды вернулся. То есть все, Кувальд, я палом зайду, чтобы на пало полутать. Че у нас next? Геймхэм? Я, наверное, геймхэм иду и все, я спать хожу. Надо забегать в мой магазин, я через минут 20 вернусь. Плюсовать на ИП. Я, блядь, что, помойка, что ли? Чё в меня весь лут летит? Ёбаный урод. Ну, в меня тоже полетал там ршамовского шмота, блядь. Никому разве не нужно плечо? Тканевый дух хвоста. С чаркой на СПД. Будешь духовный друид. Столько магов. Шпай.